Посольство Ирана в Азербайджане связалось с Тегераном в связи с распространенными видеоматериалами, на которых запечатлена доставка так называемой помощи в Карабах через Армению. Как сообщил глава пресс-службы посольства Саид Али Мусави, иранская сторона начала расследование данного вопроса после того, как соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях. «Мы обсудили с Тегераном опубликованное видео. После распространения этих кадров и информации в Азербайджане возникла обеспокоенность. Данный вопрос должен быть надлежащим образом расследован и дана официальная реакция. Вероятно, в ближайшие дни мы получим ответ из Тегерана и доведем его до сведения азербайджанской общественности», – сказал Мусави. Напомним, что в социальных сетях были распространены видеокадры, на которых запечатлено, как грузовые автомобили из Ирана через территорию Армении везут так называемую помощь в Карабах. Следует отметить, что они были опубликованы на телеграм-канале «Азад Иран». Сообщается, что данные грузы транспортируются через Армению по Лачинскому коридору на территории Азербайджана, которая контролируется российскими миротворцами. Как указывалось в информации, из Ирана в Азербайджан незаконно доставляется газ, бензин, стройматериалы, продукты питания и одежда. Также утверждается, что в этих машинах перевозилось большое количество наркотиков.